Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем ходить на группу 4 за основу. Я так заметил, что на разных крепостях разные бонусы пушек. Вот видите, тут 1, 6, 9. Да, это 4 уровень крепости. А вот тут 1, 4, 6. Нужно больше артиллерии. Так, тут нужно будет нанять наемников. 2000. И отправить их сюда в рейд. Надо будет, может, это как крепость 2 уровня. Может сюда тоже наемников заслать. И сюда, наверное, еще. Увеличу количество пушек. Зашлю сюда. В принципе, на осаду оно не повлияет, но на таких противников. Видите, сколько он пушек. Довольно-таки много, то лучше с этим разобраться. Искать усилить войска. Ух ты ж, есть, Загреб взяли. Это хорошая новость. Дальше нужно будет Пешт взять. Очень хорошая новость. Так, они идут в Едишколь. Мы идем сейчас по Полтаву, а потом пойдем в Запорожье, наверное. Вот так. Тут эти ребята осаждают. Собираем уже наши силы. И можно идти тоже осаждать тут. Так, вот наши союзники вступили в бой. Тут побежали, конечно же, наши враги. Сюда. Ну и мы пойдем. Мы даже на ускоренном пойдем. Все. Все на ускоренном. Так, взяли. Так, все идем сюда. Даже сюда. Мы будем забирать их провинции. Наш флот. Встанет тут на блокировку. Чтобы быстрее эту крепость взяли. Так, венгров бьем. Блин, еще 19 тысяч. Даже не знаю. Мне в Черкас идти надо. Блин. Эти ребята идут на перехват нам. 28-24. Угу, значит они не шли сюда.
эти обходы сюда, потому что Харьков блокирует их. Ясно. О, наемнички есть. Можно идти осаждать. Что, успеют? Так, ну венгров хорошо убили. Не идет, наверное. Это сюда. Боюсь, никуда не уходит. Красавец не был. Еще иди сюда на подмогу. У нас вот эта русская армия собраться. Разобраться. Тут процвал. Двенадцатая крылья. Литовская армия. 16-я. 13-я крылья. Не успеваем. Ладно, попробуем. Так. Эти ребята сюда срочно делаем. Это... На... Если что, на поддержку пойдут. Ну, как-то так пока. Так, австрийская армия обходит. Они Вену убили, да? Ну, нам бы отсюда уйти пока. Так, тут мы взяли. Пойду вот сюда убивать. Ага, они остановились. Эта армия пока стоит. Надо Литву еще разбить. Так. Армия подтягивается сюда. Угу. Так, иди в Галич. Это армия тоже в Галич. Попробуем. Их там разбить. Так, куда это они направились? 35 000. Так, тут русских разбиваем. Только не говори, что они идут сюда. Да, тут разбили. Надо будет еще вот эту разбить. Тут тоже двухзвездочный генерал.
пока пойдем сюда. Возможно, тут австрийцы сюда и придут. Так. Наши войска на мапу двигаются к нам. Прям долго берется. Долго. Угу, отлично. Сейчас снова мы делаем тут дело. Ага, они пошли сюда. Думаю, вот так ударить. Угу. Так, технология. Можно брать, в принципе. Склад можно ставить уже. Так. Кельм идет, не пишет. Ну, удачи. Мы взяли. Отлично. Подтягиваем наши силы сюда. Неаполь. А ну-ка. Вот тебе цель тоже. Взять там крепость. Так, они кидают в пешт свои силы. 23 мая, 28 мая. Сейчас я вкину еще свои силы сюда. Бишку взяли. Тут ерунда, я отобью. Пока подождем. Так, что тут у нас? Так. Блин, скинули все-таки свои силы. Не знаю, сможем ли мы тут. Куда-то они идут. Так, около купировали. Дров. Так, хорошо, мы его не разбили. Куда они идут? Блин, на подмогу идут. Надо отступать. Отступать, пока мы еще больше не потеряли. Так, тут армия останавливается. Тут уже Томер, да? Так, и вот это армия. Уже пойдет пока сюда. Крепости, в принципе, наши сдержат их. Сейчас на столице будет их не собраться. Садить ее.
помираем с кем выйдешь. Проходи. А как это они сюда идут? А, ну, в принципе, тут есть их возможность пройти. У нас пару крепостей есть. Так, вот тут у нас один сейчас. Тут нужно взять вот эту пробку. Эту армию надо восстановить. Вот если что. С кем-то они должны биться. А, вот тут наши уже взяли, да, союзники. Хорошо, идите в Крым. Сейчас союзники наши подойдут еще. Так. Сколько тут? 3000 космонавтов нужно. Нужно собираться потихоньку. Возможно, вот эту еще крепость нужно будет включить. У нас, смотрите, защита крепостей. Это 60%. Ну, довольно-таки неплохо. Взяли. Взяли, значит, нужно собираться всем в одну большую армию. Еще 2000 артиллерии. Шведы проблема. Шведы это проблема. Тут осаждается Венеция, да? Ну хорошо. Пусть осаждают, а мы если что будем осаждать тут еще тоже. Там Брянск. Наемники не бегают. Давайте идите шкуль. Бейте. Идите сюда. Осаждайте. Ребята, ну что тут во Львов сходит? Сюда. И сюда. Может, вот эту крепость еще возьмем. Ну, шестой на самом деле. Экономика. Можно. Не помешает. Сюда бы генерала. Так, кто у нас? 33, 23. Ну, а тут такой тупенький. Малый. Ну, давай. Пусть будет.
О, тут наши союзники идут. Нам бы вот эту крепость взять, чтобы они не могли. Ничего толком сделать. Ух ты ж. Вражеский вход. Ладно, идем в гости. Кино с богиней заключил мир. Уже легче. Хотя по силам они сильнее нас. Так, сейчас кипка осаждаем еще. Пошли вот эту крепость возьмем, ту четверку тоже. Ух ты ж. Тем людям идут. Где наши шведы? О, ты смотри. Ну и все что. Нет, иди вот так вот, потом в Житомир зайдешь. Так, вот эту тысячу. Брянск. Что-то не можешь так зайти. Ладно. Нет, ты иди в Житомир. А тут мы сейчас разберемся. 34 тысячи посылают на нас. Так, с кем-то отношения улучшить или какие-то претензии создать. Со всеми почти воюем. Давайте на пиксию клепать. А, тут. Можно создать еще шпионскую сеть. Параллельно. Тысячу отправим сюда, пусть они тут. Берут. Ну давай. Нято. Вот тебе цель. Как-то не убежали. Его фото. Мне очень интересно. Очень и очень. Кажется, они идут сюда. Мы можем взять вот эту коровку уже. Надо, наверное, будет ускоренно. На саду 7000 нужно. Да. Есть.
ускоренный сюда. 18-е. В принципе, продержимся, надеюсь. Можно тут еще осадный корпус ставить. Ускоренный и сюда. Что уже наверняка. Так, видишь, куда отбили. Надо еще тут отбить. Наши союзники идут. Так, нас атаковали. 24-го наши придут. Умираем. Ну, получше нашего. Ну вот подкрепление наше подошло. Так, захватили два транспорта австрийских. Пошли еще тосканский флот мучить. Так. Ух ты, какая армия тут сунут. Шведская, литовская. Шестьдесят тысяч. Так. Обменькая же это нет, затяните пресса. Что сможете уйти? 10-е. 19-е. А если нам ускорено? 7-е. Отлично. Зачем наемников зря терять? Сюда уже загнал. Блин, тут, наверное, нам придется уходить. Жаль, почти взял. 60 тысяч. Это слишком много. Так. Кинем сюда подмогу. 7 тысяч. Так, тысячу сюда носили. Чтобы вывести вот эту 26-тысячную армию отсюда. Заняться вот такими гадами. Отлично. Тут еще купили. Так, что тут у нас происходит? 9 ноября наши подойдут. Эти идут сюда. И тут я вкинул, блин. Они отступили. Ну ладно, отступили, то отступили. Мы отступим домой пока. Может, эта крепость возьмется. Есть. Так. Мы в Киев. Мы срочно отходим сюда. Все отходим сюда. И эти тоже, ребята.
Вот так уходим. Когда мы идем 26, 27, 26. Может, основные армии даже. Даже на ускоренном уходить. Вот так вот. Потому что если догонят, будет очень больно. И пока стоят. Литовцы в Житомире уходят. Так, сейчас наша подкрепка подойдет. Ну, что-то, наверное, разобьют сейчас Неаполь. Ну ладно, это такое. Тут важнее, тут наблюдать, что происходит. Есть, взяли. Взяли крепость. Теперь можно идти сюда. Крепость отбивать. Так. О! Вот она. Решили все-таки. Так, мы уйдем отсюда, 8 декабря, 8 придут, ладно, мы уходим на ускоренную, 5 декабря. К сожалению, не взяли эту крепость, ну ладно. Так, отключаем ускоренную. По идее, вот эти 16 000. Их сюда нужно возвращать, чтобы с литовцами разобраться. И эту армию тоже сюда. Блин, тут еще одни скины сунут. Да, если бы не вам помогал, а такому там воюют. И что? Не согласны. Так, секунду. Так, ну белка попросила покушать. То пришлось дать, то не буду показывать, сколько я записываю времени. Так, блин, это, конечно, проблема. С Богемией, блин. Где у Богемии войска? Где-то есть, но я не знаю. Может, на нашей территории где-то они. А вон где они. Залезли так далеко. Что там в Венгрии? Воюют у меня отсюда. Пусть воюют. Так. Более-менее ясно. Тут мы вступили с Хиджазом в бой. В принципе, разобьем их. Разобьем, там можно и с шамаром разобраться.
Так, где это такого? Ага. Нашу тысячу разбили. Так. Ага. Уходить срочно. Уходите вот сюда. Это тоже сюда. Там тут хотят нас зажать. О, за Львов выступают две провинции Австрии. Это их проблема. Так. Их сюда. Хотя, возможно, в столицу отступают. Мы пойдем забьем вот этих ребят. Так. Ясно. Блин, хотят зажать. И могут и зажать. 5 января и 4 января Запорожье. Эти идут в Харьков, да? Ну, мы можем уйти вот так вот. Когда мы придем 10 января, ну, надо вот так уходить. Тут Литва лазит. Зараза. На белый мир они не согласны. Просто подтянули, видишь, свои силы. Ну, это нога на гайце. Ой. Тут меня разбили. Они куда-то отсюда отступают. Доход от налога. Ого. 15-е, 12-е. В принципе, мы можем отсюда уйти. Этой армии. 15-е, 17-е. Нужно вообще через Азов уйти. Кубань. Фиг вы нас поймаете. Вот эта армия пойдет. Сюда повыше. Ну, а нет, это ж часть вот этой армии. Это полноценная армия. Ух ты ж, Тоскана. Что? Луга. Срочно сюда. Нужно их разбить. Блин, с Австрией бы заключить мир.
Чтобы Емия заключила мир, блин. То сейчас нас будет бить. Речка может будет. Хотя у них маневренность. Ну, посмотрим. 24-е, 23-е. Гады. Да, зажимают. Когда? 20-го, ну, 20-го сюда. Блин, ну, такое ускорено. 25-го. 23-го. 28-го. Может, уйдем сюда. И вот так вот. Не уследил. Двадцать пятая в Азове. Ускоренный. 27-е. Да блин. Подгаденыши, зажали. Она была на ускоренном идти, видите? Со всех сторон. Да, неприятно. Горы. Что в Шамаре? Крепостей вроде бы ж нет. Нету. Значит, можно будет пустить часть войск туда сразу за все осадить. Да, атаковали. Сколько нужно? 4 февраля. Мы доживем. 6 февраля. Это еще может доживут. Это точно не доживут. Ничего нету, речки нету. Тут тоже речки нету. Вот подкрепления наши идут. Можно, может, успеют с Тосканой. Давай, держитесь, ребята. Есть. Можем отступить вот так вот. Да, эти 6-го отступят. Так, есть. Взяли. Отступаем сюда. Потеряли мы, конечно. Но тут мы хотя бы, может, выиграем. 14-й успеем. Успели вкинуть силу. И разгромили Тоскану. Ну хоть что-то приятное.
Так, вот эта армия выходит отсюда. И вот эти войска. А нет, эти остаются. Это выходит на пополнение. Возможно, возьмем 12 тысяч, можно, ничего себе, на осаду. Возможно, вот эта армия пойдет, разобьет вот тут. Идем в Шамар. Забирать наши территории. Идем сюда. Где-то вражеская армия. А, папская область. Уже вступила в войну. Надо бы их в союз вместо Неаполя, у них войска побольше. Чем у Неаполя. Может, толку было бы больше. Да, тут чуть-чуть неприятно. Ох ты ж, тут Австрия ходит. День стоит, а в горах гады стоят. Ну ладно. Пусть пока стоят в горах. Ты ж. Так. Сваливаем отсюда. Да, мне тоже отходит сюда. Ну их нафиг. Отходим к нашим крепостям. Так, скажем, мне тут стало, да? И что у нас в степи? Эту армию сюда подтягиваем, а вот эту сюда. Сейчас ударим по Шамарской. Можно было бы тут попробовать. Эти 7 тысяч пока сюда бы. Завести и нанести их удар по Хиджазу уже окончательно. Блин, Богемия, подписывай. Подписывай мир. У нее это войска есть. Она бы. Мне бы помогла очень в войне. Так, они стали на осаду, да? Проблемка. Гайцы осаждают свои крепости. Так, они идут сюда.
Надо немножко тащиться из армии. Вот этих сюда, вот этих сюда. Сейчас литовцы на нас накинутся. Так, вот эта армия сюда. Тут пополам, вот эти сюда на осаду. По идее, эту крепость не должна их пропускать. Если они решатся напасть, мы можем их разбить. Да, мы решили напасть. 7 мая. Как раз мы пополнимся. Очень кстати. Соединимся с наемниками. Те ребята пойдут вот сюда. Так. Давай замочек. Есть. 11 мая. Блин. Ну ничего. Они, по идее, они маневренность 104. Так. Сейчас наши подойдут. У нас артиллерии больше. Так, тут мы соединились. И атакуем. Так, вот наша армия подходит. Они хотят убежать, да? Так, вот эта армия подтягивается сюда. Чтоб в Катаре. Ага. Ну, разберемся. Так, это опять на нагайцев полезли. Блин, если шведы возьмут вот эту крепость, это будет очень неприятно. Даже очень-очень, вот эту я включу. Так. 12-9. Ладно, подтягиваем сюда силы. Вот такой он. Так, литовцев разбили. Кавалерию потеряли. Теперь нужно идти на шведов. Подтягиваться. Ударить. Чтобы они не взяли нашу крепость. Русские нам лезут. Боемцы. Воюет так Белуджистан напал на Персию. С кем у нас союз? Гадзикумуха. Ускорим дорогу у них. 20-17. Вот так вот. Давайте добьем.
Вот, восстановился и может пойти навалять Тоскане. Разбили. Так, наемника выделяем и отправляем сюда на осаду. Отправим еще под новым войска. Пару тысяч оставим и пойдем осадим ихнюю крепость. Так, 30-е. 26-е. Погнали. Сколько тут нужно? 6000 на осаде. Ну, хорошо. Блин, тут уже ноль. Быстрее, ну. Ставим вот эту крепость еще. Бахнут купил. Надо вот эту армию разбить. Блин, высаживают. Когда они 31 июля. Тарагон высаживает, да? Еще этого не хватало. В принципе, должны. Должны мы успеть нашим флотом разбить их. Так. Ну, в принципе, у нас 37 тысяч, 38 даже. Может, мы тут... А вот так мы можем атаковать. В принципе, можно. Согнать их с нашей территории. Теперь у них немного, да? У нас тоже не густо. Есть шумовские войска, разбили. Так, и вот эта армия возвращается сюда. Надо разобраться с вот этой 24-тысячной армией. Русской. Блин, пошла армия за Запорожье. Даже если атакую, блин, отбросит. Запросто. Так, ну и 18-е прибывают. Сейчас их всех тут нагнут. Еще взяли. Смотри, сколько мы потопили. Еще захватили линейный корабль. Это вообще офигенно. Можем встать в Далматию. Красный ремонт. Там Богиня оккупирует. Венгрия еще идет к нам. Тоже мне не нравится. Взяли. О, противники наши отступают.
Это армян сюда не может пройти, да? Жаль. Ладно. Смысла тут провинцию обратно не вижу. А тут, блин. Проблемка. О! Чего? Я освобожу Польшу? Это как? Ну, Польша, вот. Ты потерял вот эти. Уроды. Так, тут Венгрия на нас нападает. Ну, сейчас Богемия должна нам помогать, по идее. Если так, Богемия должна помогать уже. Что-то я не понял, как там мы должны освобождать Польшу. Тут захвачено Литвой. Так, тут... Венгрия на нас смеет. Мы можем отойти 4 сентября? Да. Мы можем отойти. Где мы отсюда взяли? Тут, в принципе, эти армии я, наверное, отправлю вот сюда осаждать тут. Как-то мне похолодело, когда я почитал освободить Польшу. Это Венгрия захвачена, да? Кстати, тут есть смысл нанять наемников. Пару тысяч. И тут начать немножко осаждать их ловки. Да, конечно, вот уже час пролетел за этой игрой. Феррари. С обрекаем претензии на Феррари. Да, все. Ее может кто-то скушать уже. В принципе, с Австрией отвоевали, но Австрия хорошо так себе отвоевала. Надеюсь, мы сможем подавить наших противников. Если бы еще Милан включить эту войну, то было бы очень хорошо. Ну, а так в данный момент, то... Что, Венгрия уходит? 49 тысяч тут может, да, быть? Это русская армия. Стала. В принципе, я ее могу разбить. Поставки и ты. Меркантилизм увеличится. Ну ладно, меркантилизм пожертвуем, а то число рек, то меньше, а не за беспорядки плюс. Как-то так. О, уходят дальше, да? Сейчас богиня, я думаю, возьмет быстро эту пробку и пойдет.
в гости. А мы вот тут собираемся. Сейчас будем бить вот тут их. Так идут на Харьков, наверное. Тут отобьем, тут возьмем. Давай, замочек есть. Идем. Думаю, эти не смогут прийти. Блин, возвращается. Есть, рыбь. Еще венгерская рыба идет. Думаю, разобьем. Так, молодцы. Так, тут есть 2000 на осаду. Вот, противник уже собрал. О! Чё вы тут стоите? Тут же галочки нет. А, тут цель. Нет цели. Так, нас атаковали. И тут идет еще литовская армия. Российская. Это уже неприятно. Нет, передумали, слава богу. Для моих крепостей даже 3 берут. Может, успеем. Если мы успели 4 декабря, 3 декабря мы приходим первые. Мы разбили венгерскую армию. Брянск уходит. Давай разделимся. Одну сюда, тысячу, другую сюда пишет. Ищи. Так, все открывается. Понимаю, что серия уже за час перевалила, но просто понимать вот такой как бы момент. Хочется их всех наказать. Так. Сейчас сохранимся. Не знаю, какая у меня усталость от войны уже. Благодаря богине. Хотя 25% мы выигрываем. 3-6. Может разобьем, может и нет. Троечка. У нас тоже троечка есть. Вау. По маневренности. Блин, чего у нас боевой дух ниже? Так хреново бьемся. Блин, какие кубики выпадают. Так. О, может теперь можно будет Милан. А нет, Ферраро выбили всего лишь. Нельзя так. Ты смотри, а шведа убил. Генерал у них вытягивает. Да, наверное, генерал тянет.
надо отступить. Чего так далеко отступаешь? Хотя у них потери тоже не маленькие, честно говоря. Так. Вот так можем зайти. Посадить. То 9000 нужно. Они пошли свою столицу отбивать. Наши союзники ходят, ерундой страдают. Сталинград свои разбили. Хорошо. Шведов. Это армия сюда, вот это сюда. Возможно, возьмем. Жалко, тут не разбили. Так, а вот тут, наверное, пойдет и тут сейчас с венграми поиграет в прятки. Ух ты ж, литовская армия, 30-тысячная. Ладно. Этот Житомир. Ладно, идите сюда, ребята. Выйдите. Вот так, вот так вот. Венгров бы выбить. Ну, оккупировать бы их. Было бы очень неплохо. Да, наши выходят. Снова. 13-го. Да, война, дай боже каждому. Хорошо, что многайцы отвлекают еще на себя значительную часть вражеских сил. А у нас по технологиям, в принципе, ничего. Тактика. Минус снабжения повысится. Можно будет армию побольше делать. Ну, это такое. Кстати, 8000. Что по силам? Ну, в принципе, по силам. Они 40000. Сильнее у нас. Здесь еще не вам втянуть. Венгрия, когда ты уже заключишь мир с Венецией? В принципе, тут они осаждают. Ну ладно, продолжим уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. До встречи в следующих сериях. О, мы с петалерами. Должны уже, должны заключать остальными, а то у нас тут усталость от войны растет. Люка, Венгрии усталость, Хиджаза, Россия 1.6, ну ладно. Так что разберемся уже в следующей серии. Всем пока.